Всем привет, друзья, с вами Закупыч, и сегодня у нас микс сюрпризов от А4. Возможно, я еще буду ходить по магазинам и снимать, какие продукции есть в продаже. Вообще, напишите в комментариях, какая вкусняшка от Влада у вас самая любимая. Мы уже снимали обзор на вот такие палочки. Хлебные палочки с пастой, шоколадом и ореховым вкусом. Но это типа а-ля Нутелла с палочками. Помните, такая раньше продавалась в магазинах? Не знаю, у вас продавалась? У нас продавалась. Вот, то есть можно эти палочки кушать. Я уже снимал на них распаковку даже летом, так что сейчас заострять на них внимание не будем. Также еще есть вот такие маршмеллоу, черника и малина. Удовольствие вкуса открой. Без глютена, без лактозы, без ГМО. Вот такой, ну это обычный мармеладик, который можно скушать. Вот, причем у него срок годности уже подходит к концу, 24-й год, до ноября 24-го года. Да, она у меня долго лежала. Я никак не знал, в какое видео вставить это, но тут я подумал, что пора бы уже снять дегустацию А4 продуктов. Возможно, мы как раз ее снимем в этом видео. Также еще у нас есть свитбоксы А4 и бургер King фишки. Обзор на фишки я снимал в отдельном видео, можете посмотреть. Там я и показывал альбом для фишек. Альбом для фишек я собрать мне не удалось. Хотя я видел, что у мой подписчик один, который ведет YouTube канал, Влад242, по-моему, да? Вот так. Могу ошибаться, я подписан на него. Я видел, что он собрал весь альбом. Вы себе представляете, там этих фишек сколько? 85 или 90 штук, и он собрал все. Но это конечно, достижение. Это ачивка, уровень, это какое? Это платина. Так, ну давайте начнем с вот этого мятого. Влада, Влад, что с тобой? Нужно срочно тебе распаковать. Давайте посмотрим, что же там у нас выпадет. Угу. Так, ну тут обычные мармеладки. Потом есть наклейка. Бумага – это деньги. Влад А4 – это наклеечка. Неплохо. Потом есть пицца А4, Влад А4. Кстати, ребят, я знаю то, что в Москве открылся А4 какой-то этот самый. Лава-лава, или как он там называется. Этот... развлекательный центр для детей. О, если это видео соберет много лайков, ставьте лайк, кстати, не забывайте, то я туда поеду и сниму обзор. Вот, честный, взрослый мужик в А4, в этом самом парке аттракционов, мы снимем на него самый честный отзыв. Влад А4, это у нас значок. Также тут есть вот такой брелочек А4 с короной, ничего такой. И еще есть вот такой сквиш А4 с молнией. Этот сквиш можно использовать, это как скрепыш. Его можно куда-то повесить, его можно завязать на шнурки, на пуговки, можно вставить как сережки. Короче, делайте все, что хотите. Вот с этим. Далее у нас охота за золотой, фишка фишки. Мне интересно, найду ли я там золотую фишку, потому что акция это уже закончилась давно. Но я не открыл все фишки, вдруг там будет золотая, сейчас проверим. Вау, это золотой гелик! Или кто это? Это же черный матовый седан. 75 фишка. Вот такой гелик переливающийся. Написано на нем лава-лава. А4 фишки. Колесо фортуны челлендж. Ребята, если хотите челленджи с колесом фортуны, пишите в комментариях, какой челлендж мне выполнить. Далее тут есть... о, это какие-то пальцы. Это камень, ножницы, бумага, походу, да? Какие-то козюли. Ого. 5 пальцев, все четко. Так, 13. Клоун. Это Джокер. Бумага – это деньги в стиле Спанч Боба. Я прям пишу эту заставку из Спанч Боба, знаете, прошел день. Типа, two mountain. Вот, похоже, как будто бы из Спанч Боба. О, номер 11. Это Влад4 и Глен. Или Глент. А, у них такие имена, конечно. Глен, Глент. Это как Денис и Денис. Денис, Денис. Так, и А4-43 номер. У меня, кстати, таких фишек не было, я рад, что они выпали. Так, давайте теперь посмотрим на боксик. Свитбоксик. Угу. Так, ну тут, как всегда, вкусняшка. Потом у нас есть бумага, это деньги. Это такая же наклейка, как в прошлый раз нам выпало. Видите, они одинаковые наклейки. Так, потом у нас есть бумага, это деньги, наклейка, повторка. Бумага, да что такое? Как? Фу. Деньги больше всех в мире любят А4, я так понимаю, да? На втором месте А4.
И на третьем месте А4. Люди, которые больше всего в своей жизни любят деньги. Вот. Потому что так много бумага любит деньги. Бумага это деньги, бумага это деньги, бумага это деньги. Аж 4 мне выпало. Это прям самая распространенная повторка, судя по всему. Так, ну давайте... Вообще повторок много. Давайте теперь откроем фишечки. Мне пока фишки интереснее открывать даже. Потому что моя молодость — это вот как раз таки фишки. Мы в детстве в них играли, там менялись, распаковывали, играли всякие игры с фишками. Вот. Так, это у нас бургер. Влад А4, Бургер Кинг. Кстати, вот почему они его лимонад не добавили к себе? Было бы круто, да, если бы Бургер Кинг добавил бы лимонад А4, лава-лава. Вот, тогда бы была вообще темка. Далее смотрим. Это у нас, повторка. Опять переливающий гелик. Конечно же, без Бургер Кинга не обошлось. Переливающийся Бургер Кинг монеточка. Это Влад, походу, в космосе кушает инопланетянина какого-то. Видите, из него течет сок кровавый. Но это соус, возможно. Это соус. Да. Бумага любит соус. Потом у нас есть бумага на капустке. Или что это такое? Короче, где-то он летает на капусте. И А4 кубик Рубик. А почему кубик Рубик, кто знает? Я не понимаю этого прикола юмора. И, конечно же, Бургер Кинг, Бургер Кинг. Как вы поняли, здесь не только фишки А4, которые посвящены, но и Бургер Кинга. То есть, смотрите, мне выпало несколько фишек именно с Бургер Кингом. То есть, вот Бургер Кинг, вот это Бургер Кинг. Здесь Влада вообще нету, в принципе. А4. Так, ну все остальное А4. Ну и последний свитбоксик на сегодня. Смотрим. Так. Кто же там? Кто ты? Какой-то этот Амункас выпал, походу. Так, опять бумага это деньги. Да что ж такое? Там везде что-то такие наклейки. Пол это лава. О, просто с этой стороны похоже на Амункас, согласитесь. Как будто это Амункас какой-то фигурка. А вот так, хопа, пол это лава. Ладно. Далее у нас есть... Челлендж! Ребята, давайте устроим челлендж. Знаете, какой у меня для вас челлендж? Нужно, чтобы кнопка внизу красная стала серой. Надо подписаться на канал, тогда вы выполнили челлендж. Так, потом есть мармеладки. И опять... А, нет, другая, смотрите. До этого у нас были сережки вот такие с молнией, а теперь это просто кругляшок А4. О. Ну, вот такая коллекция у меня, ребятки, сегодня. Слушайте, да нормально, кстати, как какая-то приколюшка, сувенир недорогой, вполне себе неплохо. Мне больше нравятся фишки. Свитбокс на втором месте. По значкам, какой мне больше всех понравился, первое место мне нравится значок Бургер Кинг, вот этот, прикольно сделанный. На втором месте, наверное, мне нравится гелик переливающийся. И колесо фортуны мне нравится. Также из значков мне нравится полота лава. И, наверное, все. Все, да. Вот такой рейтинг. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Всем пока, до новых встреч. Стенд Пятерочка в магазине Пятерочка. Тайны пятой планеты. Так, тут у нас есть калейдоскопы. Вау, какой калейдоскоп крутой. Они разные? Здравствуйте. О, смотри какой. Офигенный. А, это же мякалка. Потом есть антистресс лизун. Я думаю, давай купим вот эту штучку себе. Мне в коллекцию спиннеров. Фиолетовый? Давай. Так, тут мыльные пузыри. Потом есть вот эта игра. Поймай все шарики. Потом есть йо-йо. Это мякалка какая-то. Тут в основном мякалки. Это что такое? Змейка. А, это змейку собери, да? Ну и слаймы. Слаймы, кстати, комментарии написали подписчики, что плохие, липнут к рукам очень сильно. О, робот классный. Это этот, робозека, или как его, громозека. А это что такое? Машинка, вывернушка, перевернушка. Ну и все. Тематические инопланетные планетные товары.
Ну и, конечно же, покажу вам свой альбом с моей коллекцией. Сколько мне штук не хватает. Вот, смотрите. У меня нету первого номера. Есть второй. Третий, четвертый. А, давайте я посчитаю, сколько у меня есть. Получается, у меня есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Одна треть коллекции у меня. Ну, чуть побольше. То есть, ну, больше, чем половины у меня нету. Это, конечно, жесть. Это жесть. Последняя, получается, которая у меня есть, это номер 80. Возможно, она есть последняя, возможно, больше и нету. И первая у меня есть, это номер 2. Вот. Вот такая, такая коллекция. О, еще лайфхак. Чтобы, бывает, ты переворачиваешь его, и у тебя фишки вылетают. Поэтому, чтобы фишки не вылетали, потому что они тут плохо сидят в этом, в альбоме, я их вот так резиночкой закалываю сверху. О. О, и так фишки плотно и никуда не выскакивают. То есть резиночка для волос, наше все. Советую всем пользоваться также. А, ну и повторки, которые у меня есть, вот они. Правда, по-моему, у меня повторок было больше. Наверное, я их раздал подписчикам. Что-то такое-то, что там Валик с кем-то менялся. Так, так. Вот это мои повторочки, которые у меня сейчас есть. Вот, все. Вот так вот. О, знаете, как играть в фишки? Сейчас я вам покажу, как надо играть в фишки. Ого, а у нас пятерочка готовится стать зоомагазином. Смотрите, тут столько лотков появилось. Всякие когтеточки. Потом подставки под миски всякие красивые. Даже какие-то элитные кормушки. Вот такие деревянные. Слушай, лежанки. Вот это да. Еще вот такие кормушки. Дозаторы для воды. Корм даже для черепах. Рыбок, попугаев. Еще рыбки. Для какашек пакетики. Хрящики куриные. Прям как в зоомагазине, серьезно. Выбор огромный. Хиллс даже теперь будет продаваться. Раньше такого корма здесь не было. Грейв. Не знаю, какой корм из этого лучше. Наполнители, причем хорошие катсаны. Теперь буду в пятерочку ходить за кормом. Ничего себе. О, Хиллс, серьезно. А цены непонятно. Еще по 4 полно слаймов. Есть слайм лаборатория и такие. Есть А4. Вот такие маленькие. Короче, очень-очень много. Так, в пятерочке есть робо-персик. О, лава-лава лимонад. Стоит 80 рублей. Пишите, сколько у вас стоит. Так, вроде больше тут никаких лава-лава не вижу. Также есть лава-лава чипсы. Сметана-зелень. Так, ну чушпаны не считаются. А где еще лава-лава? Острый соус, ничего себе, русская картошка. Я такого никогда не видел. У нас вы... Твистер? А мы ели недавно. Белые грибы. Мы недавно ели. Кстати, нормальный чипс. Так, лава-лава есть с сыра монстры. Вот такой. И все? Это все лава-лава, что есть? А, ну сыромонстры. И все. В пятерочке мало. Лава все-таки больше в этом, в магните. Еще в пятерочке нашел свитбокс, но только это не свитбокс, ты видите, это прям в пакете. То есть А4 и в пятерочке тут продается. Правда, непонятно, что по ценам. Ну да ладно. О, зато тут есть барбоскины. И Миланы. Похоже на тебя, Мила? Сделай лицо, как она.
А4 даже уже в скрепышах. Вы только посмотрите. Это кто у нас? Глази. Кто? Называется А4 лимонадыш. Так, по Владу А4 в магните. Свитбокс 150 рублей. Чупа-чупс шар 80 рублей. Рядом со стикерсами лежит. И мне тут подсказывают. Вау, слушай. 76 рублей. Ирис карамель. Вау. Вау, видно все. Ничего себе, это пушка. И все, больше нет ничего такого? Вроде нету. Вау, А4, кранчи, 70 рублей с сыром. Ребят, кто пробовал, как это вообще вам? Это вообще, вы выжили после этого? А4. Слушай, а что такое? Супер чипсы барбекю, русский стандарт. Фиолетовые. Кто пробовал? Морская капуста чипсы. Ничего себе, это они так выглядят? Я такого никогда в жизни не видел. Это какой-то шок. Так, по Владу 4, кранчи чипсы, сметана, лук. Сметана, зелень, чипсы обычные. Все стоит 70 рублей. Кранчи А4, чипсы, зелень. Есть еще краба-ниндзя. Это тоже краба-ниндзя? Или это опять какие-то корейские мотивы? Вау, слушай, это аниме. Я бы лучше такое брал бы. Влад, прости. Я выбираю аниме. О, смотри, краш.